заказано. Сегодня по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и по просьбе Нурсултана Абишевича Назарбаева этот настолько необходимый участок дороги для двух государств, России и Казахстана, построен. Хочу поздравить всех нас с таким знаменательным событием в жизни Оренбуржья и Актюбинской области. Дорога – это жизнь. Дорога – это локомотив развития экономики любого государства. Мы с вами хорошо знаем, как соседи, какое для нас имеет значение вот эта дорога, которая связывает Европу с Азией. Я всех поздравляю, еще раз благодарю всех дорожников за проделанную огромную работу и всем желаю успехов. Ну что, дорогие друзья, приготовили ладоши. Просим вас открыть движение, перевернув знак. Знак переворачивается. Чего вы дергаете? Одна что ли? Ну все, поехали.